Подборки? Жесть. Да. Good morning, everybody. Welcome aboard Steve Royal's Mountaineer Skyride. In just a moment, my name is Dallas, rather. Our trip will take us roughly 6 minutes to reach our top, elevated at 3,700 feet. That's 1,100 meters above the city of Vancouver. At this time, I would like to acknowledge that Grouse Mountain, along with the city of Vancouver, is located on unceded territory of the Coast Salish peoples, the Squamish, Musqueam, and Tsleil-Waututh nations, and we value the opportunity to work, live, and share experiences on their ancestral territories. Our current weather conditions up top, we're sitting at negative 2 degrees Celsius with mainly cloudy skies and unlimited visibility up there. Within the last 12 hours, we had received 14 centimeters of snow. Our total depth peak is at 351 centimeters. Bonus day bingo. We'll be giving away 5 Y2Play passes for on mountain advance for you. But in the meantime, folks, if you're going around as well as you, we'll be stopping in about 3 minutes. Open as a pal. Second floor, we have a casual dining experience and open at 5 p.m. daily. For reservations, we have the Observatory Fine Dining Restaurant. As we make our way into station, we may... Что, погнали? С первой трассы на Грус Маунтин. Как ломанулся. Кстати, прикольный снежочек-то. Ягоньки. Ой, ё. Жестят. Клёво. Я потому что я кайфую от канадского снега и канадских видов. А ты очки не хочешь одеть? Хочу. Ну, видите подъемник? Офигенно. Офигеть. Покары. Жук. Да. Круто, правда? Да. Блин, ништяк. О. Клевые виды. Ни хера под нами город. Да вообще ништяк. Пиздец. Тогда. Не, ну тут полога вообще. Не, я понимаю, что это зеленая горка, но здесь просто вид клевый. А уж нужно ножи чуть-чуть раскататься, вспомни, ты чё как? Так вообще пипец, я ничего не знаю. Ну, конечно. У-ху! Огонщики-то. Не, снежочек, ну, там, чуть-чуть может быть лезет со льдом, но в принципе прикольно. А? Да, и это клево, да? Она вообще длиннющая. Так, ну вообще клево, да? Вообще прикольно. Ну так. До Снакалми ехать 40 минут из Сиэтла, а здесь полтора до границы. И час до города. Ой. И что за город дешевле?
ветре, значит, как... Блин, я чуть-чуть. Гора называется Grouse Mountain, в переводе рябчиковая, и символ птички. Вон тут две птички. Хотят, видимо, еду у меня выпросить, но мне нет. Вот, а там вот виднеется вдалеке Cypress Mountain. Cypress, не знаю, кипарис, кипр. Вот, но сейчас, конечно, заволокло. Мы сейчас катались, еще нормальная погода была. Вот. Так что будем надеяться, что сейчас еще погода улучшится. Это в честь Олимпиады 2010 года в Ванкувере. Олимпийские варежки, факел. Кстати, немножко похож на российский факел. Вот такой, похожей формы. И здесь спускались, походу? Ничего себе. Прикольно. Давай, не бзди. Видишь, как тут пипец? Вижу, но у тебя есть шлем, и все будет в порядке. Ну, ништяк. Окей. Блин, здесь так клево. Нафиг, Басик, поехали завтра здесь тоже. Я жду елочками. Ух! Ух! Ой, ё, ой, ой! Клёво, да, здесь? Зона, да. Можно тоже интересно. Да. А здесь катался. Охренеть, конечно. Кадры. А вниз поехали, туда нельзя. Да, погода хорошая. Кончилась. Он не райс, спасибо, что предупредил, чувак. Канадцы все-таки вежливые. Очередное доказательство, что канадцы вежливые. Он не проорал, что он справа. Да. Он что-то еще проорал, я не знаю. Ну, я слышал, он не райт. Да? Да, поэтому я свернула налево. Ну что, погнали? В туман. Ёлочки, ю-ху! Нет. Ништяк. Ух! Ёлочки! Ух ты, какая ёлка большая! Thank you.
Ёлки-ёлки. Новые зеленые. Юху, он Саша уже погнал. Солнышко. Сейчас как-то сурово. Ой. Такие суровые горки-то. И ёлки большие. Это спуск. У-ху. Ой, ёлки. Ни хрена себе, конечно, горки, блин. Я тебе хочу сказать. А? Тут горки, жесть. Ну что, поехали? Туда что? Ну, а куда еще-то? А тут вроде выбор небольшой. Суровый, конечно, выбор тут, но что делать? Я говорю, что это реально черная горка будет. Вообще мало. Мы здесь вообще не пустая же. Ну что? Я так сурово выглядит, типа, чувствовать. Такая ледяная трасса. Ну, в принципе, прикольно. Ух, наши дети девки. Сейчас ребеночки. Ну что, погнали? Погнали, не блин. Опа. Ничего себе тут поленечек. Ну что, погнали? Давай. В общем, мы поднялись на самый верх, на 1250 метров, на пик. Да. Вот есть две трассы Double Diamond. Сейчас посмотрим, что там такое. Пошла, пикуешь, пошли. Ну что? Самые верхотуры. Солнышком. Ой, ой, что-то тут игры начались. Ой, блин, это синяя называется. Это синяя, да? Вон слитый орел летает. Или это сокол, я не знаю.
Вон, вон, вон. Вот это. Он за нами охотится, Жень. Их двое. Они охотятся за теми, кто плохо катается. Да, они просто их забирают сразу и все. Сейчас поедем. Женя с ними. Я бы на самом деле покатал, пока темнеть не начнет. Ты что видел? Я когда темнеть начнет, когда темно, я не люблю кататься. Ну, когда поехали. Темнеет, через час уже. А, ну, солнце зайдет через час, да. Мы можем съехать, а там увидим.
смотришь на Ванкувер? Красота. Так вообще. Смотришь, какая-то прям одноэтажная Америка, а не Канада. Так, вот местами есть небоскребики. Там, кстати, еще, но сейчас не видно, там есть одна гора, Бейкер. Вот, она на американской стороне, но видно, но ее было видно как-то отсюда. Поехали? Как у тебя видимость? Как у тебя видимость? Да, ну, хорошо, лучше было видно. Ну, пошли, это, сейчас спустимся и там решим. Я думала, мы уже по одной проехали. Там еще какая-то скайлайн? Это скайлайн, по-моему, идет к тому подъемнику, по-моему. По-моему, да. Фиг знает. Можно? А? Так, ну, фиг, я думаю, можно вниз, я думаю, да? Красота тут какая. Go. На, го. Вообще, блин, жесть. Я просто. Просто если вот. Если бы нам кто-то сказал, что мы будем с такого кататься, я бы. Ну, еще и второй раз. Ну, как бы, а что делать? Понимаешь, тут как бы другого варианта не остается. Oh,
заметил? Ну да, как лыжники все катаются. Ну, во второй раз это было проще. И намного проще, чем случайный первый раз год назад. Прогресс? Растете? Это такой ход конем? Что? Это такой ход конем на еще на одном подъемнике? Я не думал, что... Я как-то неожиданно такой. Еще один подъемник. Ага. Ну, чтобы пешком туда не идти. Ну, к вечеру погода разгулялась. И он хорошо видно. Сайпресс, залив, город за елками. Скорее всего, там еще Венеция, я не знаю, либо Ванкувер остров, либо уже Штаты. Погода, конечно, сегодня очень повезло. Короче, вот тут такая красотень вечером. Едем сейчас. Здесь зеленые горочки. Синяя, да, закрыта. Там, где монеты еще синие. Но все равно красиво, с видом на город. Ништяк. Да, трасса, конечно, вся уже ледяная. Красота. Ой, ё! Вечером тоже прикольнее кататься. Посмотри, какой видос. Шикарный. Ванкувер под нами. Вообще клево. Ванкувер. Да. Даунтаун. И пригороды. Ну, поехали. Ни хрена себе, дети. Кто-то так спорол землю. Блин, красиво. Да. Папа, пойдем. Ну пошли попробуем. Это шляпа. Давай тут выйдем, нафиг. Adam, are you coming? Ну пошли. Не живет. Ох, красиво тут-то. Мне кажется, они просто фоткали. Ой, ё, тут
ты, где тут? А? Конечно, тут красиво, но сурово. Ох. А, мы здесь как раз и выйдем. Давай, Саш! Ништя. Давай! Поехали. Погнали. Короче, мы нагулялись в Ванкувере, потому что в воскресенье все, большая часть всего закрыта. Смотришь, что к полдвенадцатого дня границы должны быть открытыми. Да. И без очередей. Надеемся, вот. Нас пустят туда, в Вашингтон.